Добрый день, дорогие партнеры ЛР, партнеры системы 21. На связи Андрей Веденьев, и у меня для вас есть две новости – хорошая и плохая. Хорошая новость заключается в том, что для многих партнеров нашей команды 2015 год станет годом звездным, годом рекордным, годом большого прорыва в бизнесе, большого роста по карьере. Плохая новость заключается в том, что без одного очень важного ингредиента все это для вас не сработает. Вы знаете, сейчас компания запустила очень много классных конкурсов. Это и конкурс на круиз на яхте в 2016 году. Это и парфюм, специальный выпуск 30 лет ЛР. Это и жаркий январь. Огромное количество конкурсов. Так вот, без одной очень важной вещи никакие конкурсы, никакие промоушены вам не помогут. Что это за вещь? Это количество звонков и встреч. Это ежедневные звонки и встречи. Если вы не будете рассказывать другим людям о возможностях ЛР, то все эти конкурсы просто пройдут мимо вас. Приведу вам свою статистику. За вот эти вот первые 16-17 дней января я сделал примерно 60 звонков. Я провел порядка 16-17 встреч у меня было. И у меня стартовал один партнер. Ну, вот пока такая статистика. Хорошо это, плохо, можно лучше, можно хуже, не знаю, неважно. Моя задача очень простая – продолжать делать звонки и рассказывать людям про то, что есть такая возможность. И вы знаете, когда я вот в такой обстановке делаю звонок и говорю человеку: «Слушай, есть интересное предложение для людей, которые хотят увеличить доходы. Звоню узнать, тебе это, в принципе, может быть интересно». Если человек говорит: «Нет, мне это как-то не особенно интересно», ну, в этом случае я могу только оглянуться по сторонам, откинуться на шезлонги и сказать: ну, неинтересно так неинтересно. Значит, тебе успеха в поисках успеха в преодолении кризиса 2015 года самостоятельно. Так что, друзья мои, у меня к вам есть очень простое послание, очень простая мысль, которую хочу до вас донести. 2015 год станет годом большого роста только для тех людей, которые сейчас, в январе, в феврале, в марте, которые вот именно сейчас начнут делать большое количество звонков, большое количество приглашений и проводить большое количество встреч. 5 звонков в день, 7 звонков в день, 10, 15. Выберите свою планку. Главное, чтобы это был для вас не подвиг, а некий стабильный режим, который вы можете выдерживать достаточно продолжительное время. И в этом случае, если вы будете делать достаточное количество приглашений, 2015 год, вы на него в декабре оглянетесь с большим удовольствием, чего я вам и желаю. Успехов в бизнесе!